Татьяна, мне 35 лет. Два месяца назад я пережила инсульт, и ну, в связи с чем у меня проблемы с двигательным функцией руки и ноги. Татьяна поступила к нам 27 апреля с последствиями перенесенного инсульта, с левосторонним гемипарезом, то есть не работала вся левая сторона, и были когнитивные нарушения. Танюшке было сложно само умываться, принимать душ, готовить еду, а также были большие страхи по передвижению в городе, в автобусе, в метро, хождению в магазин. Совместно со всей командой мы выработали план действий для того, чтобы сформировать максимально активную реабилитацию в отношении Татьяны. Для меня было принципиально, что я не лежала с утра до ночи в центре, и чтобы мной занимались специалисты индивидуально. Нашли этот центр, чему очень рада, очень довольна. Все специалисты очень молодые, все специалисты входят в твое положение, ни минуты не бросают. Татьяна рассматривает различные большой комплекс упражнений, всевозможные комплексные, да, решения как с рукой работали, так и с ногой. Но в приоритете как бы у нас было восстановление полного баланса и ходьбы. То есть это все проблемы решали ступенчато. Мы дали понять, что ты не упадешь, ты будешь работать. Она попробовала, у меня даже как-то в танце было, что она почувствовала, и начала уже работать как бы ножкой, то, что нам нужно. На момент прихода в центр меня муж привез на инвалидном кресле. В настоящий момент, благодаря специалистам этого центра, я могу уже ходить самостоятельно с палочкой, ну и в основном больше без палочки. Уже могу танцевать, ходить на каблуках, вот, чему я очень рада. Мы, преодолевая все, ходили в супермаркет, делали закупки. И из этих продуктов Татьяна сама училась готовить. Приходилось делать и салаты, и супы, и даже пекла блины, угощала весь наш центр. Заключительная часть всей реабилитации была построена на психосоциальную активность. Это групповая терапия, это встреча с нашими пациентами, которые перенесли инсульт. Причем перенесли инсульт в разные сроки. И 8 лет давности, и полгода. Это были молодые пациенты. Мы специально подбирали, потому что Татьяна молодая, и у нее есть много вопросов, которыми не задаются люди более пожилого возраста. Мы расширяли двигательный диапазон за пределы этого центра. То есть это езда на автобусах, это снятие денег с банкоматов, это покупка продуктов в супермаркетах, это поездки на метро. Дело в том, что логика наша лежит не только в том, чтобы развить движение в каких-то конечностях или силу в каких-то конечностях, а нужно максимально вернуть человека в социум. Люди замыкаются, они сталкиваются с проблемами психическими, они боятся выйти, стесняются выйти на улицу. И последний этап, вот эти последние 2 недели ее реабилитации, это была, по сути, настоящая, как говорят в Европе, outpatient реабилитация, то есть за пределами нашего центра. Татьяна профессиональная швея, и у них с мужем свое производство, и Танюшка сама непосредственно занималась шитьем. Настроение у меня замечательное, психологически настроение замечательное, у меня свое дело, и я очень надеюсь, что в ближайшее время я вернусь к своему делу. В дальнейшем мы будем наблюдать Таню и дальше. Это будет групповая терапия, это будет психодрама для того, чтобы переживать, для того, чтобы выпускать эмоции, которые копятся у людей, столкнувшихся с инвалидизацией. И Татьяна уже хороший друг нашей реабилитационной команды. Я думаю, что ее пример поможет многим другим пациентам. Мы обязательно будем привлекать ее к такой социальной активности в свободное время. И видим, что та жизнь, которая развалилась у нее в марте месяце, действительно сейчас, спустя 2 месяца после инсульта, по-настоящему начала собираться. У человека есть планы, у человека есть будущее. В сравнении с тем, что было раньше, там, месяц назад, да, когда я поступила, и сейчас, конечно, это небо и земля. Спокойно сейчас хожу, кинотеатр хожу, людей не боюсь, общества не боюсь. И, ну, как бы я себя чувствую полноценным человеком сейчас. Мы рады, что теперь Татьяна сама передвигается, приезжает без сопровождающих к нам, ходит на каблуках.
и полна жизни, энергии и движения к тому, что вот у нее все будет хорошо.